Всем привет, с вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас очередной топ. Это часть вторая, от 300 до 350 долларов. То есть действительно очень много достойных телефонов в этом топе, поэтому мы поделили его на две части. Сегодня тоже будет интересный телефон, и я постарался сделать его более разнообразным, то есть чтобы были разные варианты, а не только компании Xiaomi. В общем, друзья, у нас не так много времени, давайте приступать. На пятом месте Samsung S8. Да, друзья, действительно, Samsung S8. Здесь экран 5,8 дюймов, и здесь разрешение Quad HD+, 570 ppi, и это Super AMOLED. В общем, здесь действительно супер крутая матрица, это вот на полном серьезе. Типы процессоров здесь бывают разные: Exynos 8895 — это родной процессор от компании Samsung. Также есть и на 835 Snapdragon, и этот вариант уж действительно предпочтительный. Видеоускоритель в первом случае Mali-G71MP20, во втором Adreno 540. Версия будет на 4,64, в Antutu будет выбивать приблизительно 202 тысячи баллов. А габариты этого телефона 68 и почти на 150. То есть это небольшой телефон, батарея на 3000 мАч. Не такая большая, как хотелось бы для флагмана от компании Samsung. Основная камера на 12 мегапикселей f1.7 от компании Samsung, и фронталочка на 8 мегапикселей от компании Samsung f1.7. Здесь в качестве порта используется USB-C, NFC есть, мини-джек тоже присутствует, и это отлично. Друзья, скорее всего, в этот топ этот телефон попал, потому что здесь великолепные, хорошие характеристики. Повторяюсь, еще если будет на 835 Snapdragon этот телефон, то это вообще будет зачет. И скорее всего, если вы будете брать его на Алиэкспрессе, то это будет восстановленный телефон. То есть новый телефон, наверное, за эти деньги почти что взять не получится. Но восстановленный телефон, если найти в хорошем состоянии, то это будет просто великолепно. Здесь абсолютно топовая камера, очень хорошая стабилизация. Оболочка от компании Samsung вообще, мне кажется, одна из самых лучших, потому что она очень проста в управлении, и мне кажется, она очень логична. Все настройки расставлены в порядке приоритетности, то есть то, что тебе необходимо, стоит на первом месте, ну и так далее. То есть мне это очень понравилось, это действительно очень удобно. Четвертое место — Honor 10. По характеристикам здесь 5,84 дюйма экран, Full HD+ разрешение, это IPS матрица, 432 ppi. Центральный камень здесь Kirin 970, видеоускоритель Mali-G72MP12, и версия будет на 6,64, или же, если повезет, на 6,28. В Antutu убивает около 212 тысяч баллов, и габариты телефона 71,2 на 149,6. Тоже небольшой телефон, можно, кстати, на это обратить внимание. Батарея на 3400 мАч. Основная камера на 16 мегапикселей f1.8, и фронталочка здесь мощная на 24 мегапикселя f2.0. В качестве порта используется USB-C, NFC присутствует, мини-джек тоже, друзья, присутствует. Но что хочется сказать по поводу этого телефона. Из всех, наверное, телефонов это будет самый, наверное, такой скучный проходной телефон. Но все-таки это флагман от компании Honor. А для флагмана свойственны флагманские материалы корпуса, хорошие неплохие камеры, и Honor 10 тоже является компактным телефоном. То есть вот, учитывая 2019 год, это будет один из самых маленьких телефонов, если не говорить там, допустим, об iPhone 8, iPhone 7 и так далее. То есть это будет действительно очень хороший, компактный, правильный телефон и недорогой на 970-м Кирине. Конечно, это не Snapdragon, а Snapdragon 845 будет гораздо сильнее этого телефона, но все-таки цены сейчас упали, и Honor 10 стал очень-очень привлекательный по этой цене. Поэтому для любителей именно Honor'ов, Honor 10, наверное, самый лучший из всех в этом топе. Третье место — Google Pixel 2 XL. И да, друзья, тоже хочу сразу сказать, что с нуля его, скорее всего, взять не получится. Это тоже будет, скорее всего, восстановленная версия. Экран здесь 6 дюймов, PIOLED, Quad HD+, разрешение 538 ppi. Здесь просто мощнейший, просто отличнейший и, наверное, один из самых детализированных экранов, который сегодня есть на рынке. Процессор центральный 835 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 540, и версия будет на 4,64. В Antutu будет убивать примерно 203 тысячи баллов. Габариты 76,7 на 157,9. Так скажем, не самый маленький телефон, но в принципе в пределах 2019 года это нормально. Батарея на 3520 мАч, и вот здесь большое спасибо, это очень хорошая батарея для этого телефона. Основная камера на 12 мегапикселей f1.8, и фронталочка на 8 мегапикселей f2.4. В качестве порта используется USB-C, NFC здесь присутствует, а мини джека, друзья, к сожалению, нет. Вот это, наверное, самый основной минус этого телефона.
Google Pixel 2 XL это, наверное, один из самых шустрых телефонов на рынке, потому что абсолютно хорошо адаптированная система Android. И что это нам гарантирует? Это гарантирует постоянное обновление и обновление до Android 10 без каких-либо проблем. То есть все официально, пожалуйста, приходит обновление, и вы переходите на новую оболочку. Еще в этом телефоне одни из самых лучших камер, потому что Google камера, наверное, многим из вас уже стала знакома, и HDR плюс режим, который вот именно гугловский, один из самых навороченных алгоритмов, наверное, сегодня. Поэтому будут делать великолепные, очень отличные фотографии, тем более в условиях недостаточной освещенности он будет, наверное, один из самых лучших, потому что на самом деле эти алгоритмы работают просто великолепно. Ну и смотрится, друзья, в принципе, тоже окей, задняя крышка узнаваемая у него, перед тоже такой, ну, не совсем безрамочник, но все-таки нет челки, такой правильный дизайн для 2019 года, очень красиво, симпатично смотрится, поэтому заслуженное третье место. Друзья, пока мы продолжаем, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на этот канал, комментируй, пиши любой комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делай репост этого видео, а мы продолжаем. Второе место, куда же мы, друзья, без Xiaomi. Очень сильно упал в цене Xiaomi Black Shark. Здесь экран 5,99 дюймов, Full HD плюс разрешение. Это IPS матрица 403 ppi. Здесь 845 Snapdragon, многим из нас знакомый. Видеоускоритель Adreno 630. И эта комбинация выбивает в Antutu около 300 тысяч баллов. Здесь версию можно взять на 464, если повезет на 628. То есть по полной, по максималочке можно взять этот телефон. Габариты 75,4 на 161,1. Можно отметить, что это не маленький телефон. Батарея великолепная на 4000 мАч. Основная камера на 12 мегапикселей f1.8 и фронталочка на 20 мегапикселей f2.2. В качестве порта используется USB-C. NFC, друзья, в этом телефоне нет. Это, кстати, очень большой минус. Мини-джека тоже нет. То есть только через переходник, либо через Bluetooth наушники. Но почему я включил его в топ на такое высокое место? Потому что это самое топовое железо сейчас на рынке, то есть в плане бенчмарков, в плане производительности и всего такого, игр, да и вообще в целом производительность телефона, это, наверное, лучшее решение сейчас на рынке за эти деньги. Просто другого решения напросто нет. В другой момент также здесь игровой дизайн. Все-таки есть люди, которые любят такую оригинальность, может быть, необычность, не похожесть на все остальные телефоны, поэтому Xiaomi Black Shark действительно будет такой телефон, но вряд ли вы, наверное, второй такой встретите, потому что это действительно редкие телефоны, интересные по дизайну, они очень красивые. Можно использовать различные темы, игровые там, ну и так далее. Ну и плюс этого телефона сейчас ценник очень резко упал, потому что выходит Xiaomi Black Shark вторая версия, а первая версия, соответственно, падает в цене. Когда ценник падает, то нас это очень сильно радует. Как раз к Xiaomi Black Shark произошла именно эта история. Если вам нужны ссылочки на все эти телефоны, то переходите на мой телеграм-канал, который будет в описании под этим видео. Там вы найдете все эти телефоны и актуальные ссылочки на них. Ну и, друзья, на первом месте тоже компания Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 2S. И у него, друзья, тоже ценник упал очень сильно. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь экран 5,99 дюйма, Full HD плюс разрешение 403 ppi. И это IPS матрица. Здесь тоже абсолютно топовый 845 Snapdragon. Ну, не то чтобы абсолютно. Сейчас уже, конечно, вышел 855, но я думаю, 845 будет за глаза. Видеоускоритель Adreno 630. Версию можно взять на 464. Друзья, и это будет абсолютно новая версия. То есть вы можете на Алике его заказать, пока их все не распродали. В Antutu будет выбивать около 280 тысяч баллов. Габариты 74,9 на 150,8. То есть это небольшой телефон, очень компактный, особенно для 2019 года. Батарея на 3400 мАч. Основная камера на 12 мегапикселей Sony MX363, апертура f1.8 и фронталка на 5 мегапикселей f2.0. Наверное, такой один из самых минусов, не совсем мощная фронталка. В качестве порта используется USB-C, NFC присутствует, мини-джека, друзья, нет. Почему, друзья, он стоит именно на первом месте? По дизайну это действительно очень топовый, красивый, солидный, четкий телефон. Даже когда придет вам коробочка, вы будете ее распаковывать, вы поймете, что это перед вами просто абсолютный флагман. Ну и тем более компания Xiaomi славится тем, что она выпускает достаточно сырую прошивку для своих новых аппаратов. А Xiaomi Mi Mix 2S уже давнишний телефон, ну, по рамкам сегодняшнего времени. Поэтому операционная система, оболочка, все остальное, камеры все допилены, улучшены и сделано максимально хорошо вот на данный момент.
момент, поэтому это очень хорошее, правильное и оптимальное решение на сегодня. Керамика сзади и нет челки. Для некоторых челка это является действительно принципиальным моментом. Здесь ее нет, и мне кажется, это действительно абсолютно правильное и великолепное решение. А с вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.